октября 45-й, сквозь лишение, бой и беду, уходили из детства ребята в 41-й, на легком году. Новобранцы, читает автор, член Союза писателей, руководитель литературного объединения «Ясный свет», народный поэт России, Дубовицкая Нина Александровна. Ну и от нашего ритуала знать свет. Сегодня почти в детстве обычно тихо удовлетворение Юрии Дуниной. Кто говорит, что на войне не страшно, тот о войне не знает ничего. Мое стихотворение называется «Новобранцы». Молоденькие новобранцы, с врагом сражаясь в первый раз, друг другу показать стыдятся, мучительный невольный страх. Так был похож на покаяние солдата искренний рассказ. Страх завладел его сознанием, казалось, вот он смертный час. А рядом другу тоже страшно, да и откуда было знать, безумным школьникам вчерашним, как кровожадно стрижки пасти. В том первом боевом сражении парнишку сотрясало зноб, у паренька напряжение сводило в руки, лился пот. Сердце скинулась отвага, когда под мощное ура стремительно пошла атака и отступила немчура. Отвага страха не приемлет, и в том основа всех отцов. Отважно защищая землю, солдатик жизнь отдать готов. Спасибо.